Ну что ж, всех приветствую, друзья. Начинаем проходить игру Пневмата. В общем, не читал я ничего, но в комментариях пишут, что это как бы неудачный клон Резидента 7. Но в 7 Резидент мы тоже не играли. Давайте, в общем, смотреть, что это. Новая игра. Я в настройках уже пошарился, отключил блюр, хуюр, чтобы вот это не было всяких отбликов, отцветов. Все выкручено на эпик. Главное, чтобы хотя бы субтитры были. 0333. Субтитров нет. А, все. Так, пресс Е. А, это Е, это фонарик. А, Е. Не хватает мне. Контроль. Сенса. Давай на вот так. Ну, вот так уже получше. А, Р. Кто это? Хуй его знает, кто это. Да подожди, я, у меня сенсы не хватает. Звонишь, блядь. Давай вообще вот так сделаем. Ну, вот так уже получше. А фонарик есть? Так, старая книга. Чё там написано? Астральные проекции и карибская культура. По-моему, так было написано. Ебать, вы охуели. Сыкотно. А чё, все потухло? А, это я выключил. Блять, придурок, сука. Так, а что мне нужно? Мейл. Хули толку? Подожди. Так, ну это понятно. А как мне вернуться? Подожди, Юса. А, вот бэк. Система. Деактивация. Ну, я нажал. Но от меня что-то хотят. Но я пока не знаю, что от меня хотят. Возможно, ты хоть одетый, блядь. Пилюли. Бля, у меня ни заданий, вообще ж ничего нет. Ну, стоит машина. Тут кто-то стучал. Я зашел с... Тут вот какой-то звук еще есть. Не знаю. У меня просто нет никаких этих заданий. Пока мы просто ходим. Ходим, тыкаемся. Вот это что? А что, где включилось? Знакомый дом. Блять, напрягает вот эти двери. Ебучие. Нет, включить. Не надо выключать, давай сюда. Нет, подожди. Хуй его, чем он? Damn it, my head.
Ага, да, твоя голова, я понял, ага. Блять, в какую же игру мы проходили? Этот же дом был. А я, кстати, а, я, может, ее не это. Она, может, была галима, я ее не это. Не публиковал, скорее всего. Просто знакомое что-то. И дом знакомый. Или это была игра про два измерения? Да, это было про два измерения. Там, по-моему, две или три серии было. А, также это дом, где мы бегали, то зеркала разбивали. Такая тоже дичь непонятная творилась. А, понятно. Так, а что от меня надо бы? У собаки. Мартин, да? Это спитбуль, по-моему. На минусовке классно. Не, хай играет. Я правда не понимаю, что мне, что от меня хотят. Так он раздетый, вот в чем прикол. В трусах. А, на выход? А, посмотреть, кто типа приехал. Hello? What's this? Это что? Это коробка. Oh, hell. Let me get this inside. Это коробка. А что ты дальше сказал? Я в душе не это, не чаю. Я надеюсь, она мокрая или, или грязная, и это не кровь. Кассета. A tape. Okay, I can work with that. Видеокассета, let's да? See what's on the tape. Милтон. Чё, чё ещё там было? Так, ну смотри, видос. Точнее, видик у нас тут, по идее, должен быть. Журнал. А где журнал посмотреть? А, нет, видик у нас не здесь. А где? Так, ладно, это уже хрень. Подкумаривает, если честно. Так, а где сохранение? Окей. И подвал знакомый. А, видик здесь. Охуеть. Он что? Судя по всему, он что-то расследует. У него что-то случилось. Или я не знаю. Ну, может, покажут? Ну, по идее, в конце нам должны объяснить. Но люди ж почему-то сравнивают эту игру с Резидентом. Maybe I can find her there. А вот вас пошел. Anyone can help me find her. А, это еще и мы играем. Ёб твою мать. Так, знаешь, это... Хотя бы интересно, если это будет смесь Outlast с Резидентом, то это реально должно быть интересно. Потому что Outlast сыкотная игруха. Я хотя ни одну из частей до конца и не прошел, а не то что до конца, я особо, наверное, и до середины не прошел ни одну из частей. Первое, я не помню, где я застрял.
во второй, по-моему. Что это? А. Напряженно. Напряжненько. То есть мне надо прятаться еще. Или нет? Или надо? Я хуй, вот я вот этого не понимаю. Мне нужно от маяка ныкаться. А есть, дай хоть кружку, я его кружкой буду пиздить. Ну это на этот, на крайний случай. Шли наверх, понял, шли на низ. Сука заебала. Сука заебала. Ладно, со скримерами все хорошо. Чуть не обдрыхстался нахуй. Так, это тоже какие-то улики, указывает на одного человека. Или наоборот, исходит от одного человека все вот эти непонятные дела какие-то. Сука. Да блять. Anyone hear Hello? Me? Oh God! Jamie! Don't you hear me? Here. Jamie! Hello? Damn it! Что за Джейми? Пошли посмотрим, чё ты. Походу нет. What the fuck was that? А, это ж мы кассету смотрели. This is real? That was real. Милтон, Миссури. I'll make some calls and then hit her as soon as I can. Не, ну и что теперь? Как открыть журнал? И, П. Нет, не, явно не П. Тап. Я хуй его, как его открыть. Так что теперь? А, чё, блядь? Идёшь, 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 раз, резко такой обрыв, всё. Ну, походу, он поехал, да, в Милтон, вот. Милтон. А не отвлекался бы на телефон, все было бы хорошо. Милтон. Какие-то микрофрезы. Damn it, my head. Так, а фонарик у тебя хоть есть? Хуй там, блядь, был. Ну, ну давай посмотрим, может в багажнике что-то есть. Фонарик. Вот рюкзак. Все за все. Тап, это инвентарь. У меня есть пистолет и бинт. И это мое ХП. I need for my gun. Так вот он. Ну.
А, типа тебе не нужно сейчас оружие? Окей. Кодовый замок. Что, блядь? Кодовый замок, да? Из четырех. Ну, а подожди, сколько? А, четыре, правильно. Какие-то, блядь, присутствуют местами такие микрофрезы. Не критично, но неприятно, так знаешь. Фонарик здесь максимально тупой. Очень тупой фонарик. Я думаю, мне куда-то сюда. Иду куда-то. А, я могу с ноги что-то выбить. Ну, ему оружие также не нужно. Ну, крест. Я уже фонарик включил. Не вовремя обучалки вылетают. Ну, допустим, это не было страшно, чувак. Знай, код есть? Нет, кода нет, все. Я записку забрал, не знаю зачем. А, эти. Как они? Все. Все, все, все. Теперь пошли вскрывать. Ну, раз ему пока что пистолет не нужен, то значит все хорошо, как бы. Наверное. Но фонарик здесь бесполезный. Просто пиздец. Я не вижу нихуя. Посмотрим, что будет дальше. Пока что... А, устал. Пока что, ну... Не сказать, что интересно. Ну и выглядит как-то... И выглядит пиздец просто стрёмно. А, мне еще скажи, что одноразки. Понятно. Еще и одноразка. The hell? Is that blood? Ну, кровь. Пока на шифте чисто топим. Я думаю, ничего такого страшного тут не произойдет. Главное не потеряться. Зачем я сюда пошел? А, я могу залезть. Короче, случайно куда-то загреб. Забрёл, точнее. Что это? Это, блядь, генератор. А зачем я сюда залез? А спрыгнуть я могу? Ладно, 97 хп. Упали, потратили 3 хпшки, ничего страшного. Нахуй я звонил? Что это? Кусок... Это кусок тряпки? А, это кусок тряпки, наверное, смешиваем или с лейкопластырем, или с еще одной тряпкой, и получится хилка. Ну, это в какой-то игре было. Там мы А, это же фобия наша. Там лейкопластырь с тряпкой, точнее, с марлей смешивали и получали бинт. Алкоголь, а ну давай попробуем комбинировать. Да, короче, спирт с тряпкой смешиваем и получаем бинт. А если бинт смешать с этим, как его? Ну, с тряпкой тоже. Ой, блядь, с алкоголем. Получится
лучше хилка или не получится. А тут открыт? Да. Я что, тут не был? Не, надо... This is a pre-recorded message. Please be advised, significant heavy rainfall expected across the southern states, with severe weather raging through the Midwest, expected to last until Friday. Rainfall... Так, а ну, а давай попробуем ее смешать с этим. Нет, нельзя. Большой рюкзак. Давай, короче, хилки сюда. Сейчас, короче, как-нибудь подраспределю, да. Тут будет такое, тут готовое. Between 3 to 6 inches per hour will likely lead to considerable flash flooding and mudslides around the riverbanks. Hail is expected late this evening as the scattered thunderstorm and severe wind gusts. Что-то много дают, слышишь? Must continue across the region. The Woodrow Dam is expected to be under duress, with county officials refusing to comment on concerns of the dam's integrity. The lower Ozarks are at the heaviest risk of being overflowed by a break in the dam. Так, ну ладненько, два домика подлутали. Уже как бы неплохо. Нет, звонить мы в двери точно не будем. Вряд ли нам откроют, только внимание к себе привлечем. Все, вот это теперь собираем. Да, вот так. Пусть пока будет так. Так, 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 так. Ну, по графике, конечно, уебище. Редкое. Если в седьмом резике вот такой графон, это, конечно, блядь. Отсюда нельзя выйти. Так, ну смотри, тут в принципе ничего такого как бы нет. Шли на низ. Ну все, я думаю, мы отсюда уходим. Вон какой-то еще домик есть. Потихоньку лутаемся. Фонарик, конечно, вот это бесполезная хрень. Бесполезный фонарик. На скриншотах, конечно, игруха выглядела, ну, намного лучше. Тут пока пиздец. Мало того, что темно, и фонарик особо не помогает. Пришли. Зачем мы сюда пришли? Вот зачем мы сюда пришли? Ну, горит себе крест. Горит себе нахуй. А, залезть? Подожди. А, я сюда не залезу, понял. Значит, полезли. Не понял. Это точно другая сторона? Что-то горит крест, опять какой-то дом. Не знаю, пока вообще непонятно. Охуеть.
заикой, блядь, останешься нахуй. Shit. Опача. Это кто? Ну, это манекен. Ебать. Свинюшки. Ладно. Milton House of Worship. There has to be somebody there who could tell me what's going on. Ну, кресты перевернуты. Чё тебе не так? Чё тебе не нравится? Ты оружие не хочешь вытащить? Что? Где? Да погоди ты! Надо ж насобирать. Кстати, если у него есть пистолет, почему патроны не дают? Вот у меня 10 патронов. Я даже не знаю, со скольки тычек падают мобы. Интересно. А где ящик? Мы ж в тех домах в Уталис, был же ж ящик. Суки. Так, ну мы отсюда, да, нам сюда. Тут церковь, походу. Выбьет? Нет, походу нет. Сука. Нет, он его не выбьет. Он его не выбьет, а мне надо искать, получается, какой-то путь обхода. Уже нашел. Не, будем залазить везде, собираем все. Так, присесть, Ctrl. Я так думаю, сохранялка моя. А, и ящик. Все, в ящик я ничего не вожу. Сейф, вот. Давай вот сюда перезапишемся. Так, это ж он выращивает хилку. На хилку это нихуя не похоже. Ну а выкидывать мне нечего, в принципе. А, я мог даже, понял. Блять, как, а? Умно сделали. Если от мобов съебывать, они что, не залезут? Да хер его, какие тут мобы. Патроны. Сука. Заебал, блядь, нахуй. Почему, блядь, не это, не выстрелить, а? Выстрелил и забыл, все. Никаких, блядь, проблем. Так, а как мне вот этот домик залутать? Нет топлива, типа. С ним. Я, если честно, пока вообще не одупляю. А сколько патронов взял? 3. Давай вот так сделаем. А вдруг тут просто еще будут оружки, и под каждой оружкой будут эти патрошки. Ну, тебе наверх. Надо вообще полазить посмотреть. Надо все осмотреть. Я смотрю, там лутаться особо так негде. Но он не хочет доставать оружие. Milton House Worship.
Понятно, Милтон Хаус, блядь. Пока не интересно, блять. Я забыл, что он это не прыгает нихуя. А что тут? Надо, короче, с другой стороны как-то зайти. А вот тут ничего нет, оно. Или нам придется вообще обходить полностью по кругу? Темно. Очень сильно темно. Ага. Ага. Все. Какой-то, короче, реально аутласт, блядь. Эй, эй! Stay with me, alright? I'm gonna get you down. Just stay with me. I need you to stay awake, okay? Stay awake. Да он и так стоит, по-моему. Damn it! Who the fuck did this? Fuck. Это за дверью или это наш чел? А что делать? Стрелять или, блядь, бежать? Это босс, блядь? Я так понял, это босс. Видишь, 12 патронов дают сразу, с босса начали. Okay, he's dead. There's some fucked up shit going on in this town. Как использовать? I need to find a phone and call for help. В смысле? А как хилиться? Комбинировать с чем? Ну, это бинт. А как? А чем? А чем хилиться? Комбинировать, да. Это комбинируется с этим, это я понял. Ебать, что понял? Я нихуя не понял. Блять, не то нажал. Так, теперь собираем все, что тут есть. Вот это что? Это пилюли. А как их использовать? Не, я, блядь, вообще не пойму. Не врубаюсь, так себе. Ладно, по патронам хорошо, но собираем. Тут много чего было. То, что я просто открыл. 12-миллиметровые. Ой, 12. А он подходит под этот тип патронов? Ладно, потом разберемся. Давай еще смотреть, что тут есть. Забирать будем все абсолютно.
Но начало, знаешь, с мини-босса, это, конечно, жирно. Отмычка. Ладно, хай сюда, давай. Отмычка. Бля, жалко, я его на эту, на превьюху нигде не схватил. Все ж, в принципе, все облутали. Ебать. По-моему, залутано все. А, подожди, не все. Я еще могу залезть. Он хоть и легенький был, босяцкий. Ну, блять. Как-то в самом начале тупо, мне кажется. Эти баночки еще не это, не суммируются. Что, блять? Что это такое? Что они дают? Я могу их только выкинуть. Надо, короче, будет потом, как пойдем дальше, этот найти сумку. Найти сумку. И в нее это все скинуть. Вот эти баночки. Ну хотя пилюли, они же зачем-то нужны. Правильно ж. Но отмычки это понятно. Я вот смотрю, что еще можно куда-то залезть. А, нет, лестницы нет, да? Нет, я никак не залезу. Все, в принципе, тут мы все залутали. Пошли, короче, в этот... туда, откуда он вышел. Сейчас перезарядимся. And we're back, folks. So, as I was saying, they had planned for Milton to become a tourist hotspot. They even built an affordable housing complex called Clover Hill. It was their attempt to start making that humpty little town in Clover Hill. If I can get to the main road, then maybe I can find a phone there. Main road, общая дорога. You ain't convincing anyone to come out to the steps. Я почему-то думал... Просадочка в FPS была, да, такая? Ну или это так и есть, или какая-то просадка была, ну или сама игра хромает, я не знаю. Пока же выглядит, но пиздец просто. Непонятно, что делать, половина реально всего. Понял, да? А я понял. Это уже, да, интересно, не спорю. Сейчас мы все соберем. Что это? Ну, пилюли, ну, я ж теперь, я понимаю, что это. А, нет, не надо выкидывать. Я думал, это что-то делается, оно выкидывает. Нет, выкинуть нам... Выкидывать нам не надо такое добро. Темно. Ключ-карта. Три, да? Ключ-карта третьего уровня. Это уже что-то знакомое. Подобной хренотенью я уже где-то занимался. А, и фобией мы занимались, и в резиденте. О, а тут сработало. Пистолет что, с глушителем? Я вот не пойму. Закрыто. Так давай выстрелим и все. Какие это проблемы?
Разбиваем окно и залазим себе спокойно. Лутаем потрошки, хилки. Хотя с хилками я вот не понимаю, знаешь, немного. Вот у меня есть какие-то пилюли. У меня есть бинты. Но это все надо еще с чем-то смешивать. Кстати, да, давай вот это скомбинируем. Потому что каких-то баночек очень много дают. Очень много дают каких-то баночек, непонятно. Меня вот эта темень... Что это? Ну ладно, допустим. Умарит эта темнота. Прям сильно. Что вот это такое? А, блядь. Ультрафиолетовая палочка. Так, мы куда-то... Опа, кто-то хнычет. Ну, короче, действительно, я соглашусь с комментаторами, что это реально неудачный клон Резика. Лутане здесь пиздец сделано. Что еще тут хреново? Здесь, мне кажется, единственное, что хорошо вот так вот сделано, это стрельба. Ну вот как вроде стреляешь, все летит в точку, но это пока что. Это уже третий уровень. Фонарик здесь уебище полнейшее. Я вообще не знаю. Это, блядь, не фонарик, это реально дерьмище. Кловер Хилл. Понятно. А, открыто? Блин, а что там? Может, надо было дальше сходить? Кловер Хилл апартаменты. Ну, тут хотя бы поярче. Не так глаза выедает. Комбинировать с чем? С чем его комбинировать? Как жрать хилки, блять? Ладно, я думаю, там будет такого что-то обучение какое-то. Я думаю, нам дальше расскажут. Сейчас мы еще больше пизды получим. Ну да, видишь, так если стрелять через мушку, точность стрельбы охуевшая. Закрыт. Это он ходит или... Кто-то где-то ходит. Хорошо. Сохранение. Так, ой-ой-ой, как хорошо надавали. Что это за баночки, блядь? У меня 7 бинтов, а я не знаю, что с ними делать. Стронг пенки. Ну, пенкиллерс — это вот эти шпилюльки. Помощь. Deep wounds. Хуй, это что? Так. Ой, блядь, какой большой склад. А, то есть только так переносить. Открыть. А, все, я понял, как это работает. Так,
Ну, я думаю, две оставим. Бинты я, не знаю, с собой все будем носить. Они места не занимают особо. Да и вообще не занимают. Новое сохранение. Так, ну, для первой серийки хватит. Давайте будем заканчивать. Продолжим в следующей серии. Вам желаю приятного просмотра. Всем пока.